Katarina Hennig, og her markerer jentene på våre kombinert løpere. This is the marking for the Nordic Combined Ladies, who they want to have also in the Olympic Games. Take your girls, we have 40 seconds left. Six laps. There will be a shot for the start. En Berit Skudd altså, som sender av gårde feltet. Og her gjelder det å passe opp nå. Насыщенная у нас сегодня, друзья, с утра программа. Виды на выносливость один за другим, только успевай перелистывать. Здравствуйте и приветствуем вас на старте финальной гонки на этапе Кубка мира в Лиллехаммере, где сегодня женщины состязаются впервые на двадцатке с общим стартом. На двадцатке классикой, которая завершает и венчает, если угодно, программу этого напряженнейшего, тяжелейшего уикенда, настолько тяжелого, что даже каждый подумывает из фаворитов, бежать ли им все или нет. Опасный вот этот вираж скоростной, когда еще группа очень большая, и произошел затор. Затор, но не завал, к счастью. Впрочем, может быть, у кого-то и повредилось что-то из инвентаря. В первых рядах стояли, разумеется, лидеры общего зачета Кубка мира. Желтая майка на плечах у Тиры Лутенсвенг. Такого не было в ее карьере никогда. Хейди, ее двоюродная сестра, более привычная к подобным статусам, стартовала под четвертым номером. Эбба и Фрида, вопрос сразу, есть или нет? Да, есть. И при их присутствии, конечно же, гонка становится гораздо напряженнее, гораздо насыщеннее разными событиями. И они так или иначе сохранили вчера силы накануне, потраченные Кирилл в очередной раз. Она, правда, признала, что две шведки были ее сильнее объективно, и что на данный момент в спринте с ними справиться практически нереально. Надо, чтобы что-то случилось, как это было на предыдущем спринте, в предыдущем спринтерском финале в Руке, где был в определенной степени подарок всем соперницам со стороны обладательницы малого хрустального глобуса. Но это все спринтерские линии, которые очень даже интересуют Тирл. В то же время Тирл универсал, и на похожей дистанции, но более длинной, на чемпионате мира она заезжала в десятку сильнейших чуть менее 2 лет назад. Ориентируемся в основном на ту тридцатку. 30 общий старт и классика. Соответственно, то, что происходило в 2021 году в Оберсдорфе, нам, в общем, дает какую-то информацию по специализации совершенно очевидно. Вопрос в том, что повторять сюжет Оберсдорфа такие соревнования уж точно не будут, потому что с Йохао и без нее эти гонки выглядят по-разному. В Германии на чемпионате мира Терезе улетела, как она чаще всего после своего возвращения после дисквалификационного и делала, улетела совсем далеко. Если на Олимпиаде в коньке она привезла в марафоне минуту 43, то в этом виде программы, в классическом, я имею в виду, 2:34. Она шла своим ходом, и по большому счету сопротивления никакого не было. Была борьба за второе место, и, надо сказать, упорнейшая борьба до самого конца, немножко так даже, скажем, в мужском стиле. Мужские гонки вообще сегодня лишний раз в этом, скорее всего, увы, может быть, убедимся, что и езда большой-большой группой почти-почти до самого конца, до последних подъемов, это данность мужских гонок. В этом плане женские, конечно, всегда более насыщенные групповые женские гонки, насыщенные событиями, но 2:34. А там дальше все очень плотненько, и пришлось включать даже камеру фотофиниша. Она, собственно, и всегда задействована. Венг
которая Хейди, которая сегодня в гонке и удивляется своей собственной прыти, потому что из-за того, что она пережила в предыдущие 2 месяца, она от себя не ожидала никаких путных результатов и была к этому готова психологически, а вместо этого уже добирается до подиума и радуется этому подиуму так, как будто она стала чемпионкой вселенной во всех видах программы и сразу. И по-венгерски она радуется, некоторых шведок в особенности это немножко шокирует. С другой стороны, им не привыкать, потому что подобное было уже после эстафеты, где эстафеты позапрошлые, насколько я помню, или в Оберсдорфе. Ну, когда шведки были фаворитками, а норвежки выиграли, и она на камеру визжала, перепугала Фриду, та решила куда подальше из микс-зоны убежать. То же самое мы наблюдали перед Эбой, которой она привезла всего-навсего десяточку. С вами Сергей Курдюков. Вы смотрите Евроспорт, вы смотрите групповую гонку по очень непростой трассе. Двадцатки женской, где накручено коротких кругов, и это современный формат. Вы видите, что не таятся, не идут в полшага, они идут не своим каким-то темпом фавориты и развозят, разрывают эту группу. Обладательница желтой майки отнюдь не собирается ее отдавать. Хотя бы та же тоже, потому что изначально она хоть и спринтер, и в спринтерской сборной Норвегии, но ширит свою специализацию. И точно так же, как и у мужчин, владеет лидерством Гулбер, который вроде бы организационно в спринтерской группе. Ну что там говорить, Клеба никто не запрещал, допустим, отмечаться в дистанционных видах, когда он был частью спринтерской как раз группы. И тут моменты там и организации тренеров, и финансирование, все эти, но так или иначе, в особенности суперфавориты, они сами себе голова. Фрида в красной майке, лидера дистанционного кубка. В желтой майке Тирилл Венг. Их опознавать легко. Под третьим номером идущая Карлсон очень надеется, что сегодня лыжи будут быстры. В принципе, коллективно шведы предыдущие 2 дня недовольны своим инвентарем. Когда это стыкуется с уже почти легендарной историей о том, каким аппаратом для сервиса лыж пополнилось хозяйство их биатлонной сборной, то вообще тут начинаются разные пожимания плечами, а что нельзя было то же самое сделать лыжникам, тем более в женских гонках с уходом Йоаук они на первых ролях, в особенности в спринте. Ну и в спринте никто не жаловался на медленные лыжи накануне у женщин, так что это может быть еще и немножечко некое лукавство, но по разделке так или иначе на десятке коньке лыжи были не самые быстрые у шведов. Это звучало из уст всех, кого спрашивали, собственно говоря. И в то же время Андерсон и все остальные норвежцы, которые устроили выездной чемпионат на своей поляне, что часто они и делают в присутствии любого количества самых сильных соперников. Это их территория. И вот тоже момент смазочный, момент знания этого снега, знания того, какая погода бывает, какие формулы, какие структуры и так далее здесь работают. Это все у них есть, это ноу-хау у них секретное, и они всегда имеют в этом плане преимущество. Поэтому от сборной Норвегии и сегодня тоже ждут очень солидного выступления, особенно от мужской, которая, что и говорить, если все будет в порядке с лыжами у Халварсона, то там, может быть, он клинится. Ну и то, что формат групповой гонки, может, тоже какие-то расклады будут более напряженные до конца. После того, как вышли из череды подъемов и спусков, пелотон собрался, как вы видите, и идет шажным, идет даблом, отталкиванием. Без, кто-то говорит, без работы ног, ну как же без. Здесь, впрочем, при таком накатике даже и пятку отрывать от подпяточника не нужно. Хватает силы рук.
и скольжение весьма приличное. К счастью, не отпускает, к счастью, не течет до такой степени, чтобы, допустим, переходила на плюс, развозила, портила лыжню. Всего этого нет. После трешки никакой динамики, кроме, собственно, динамики движения. Никаких перемещений. Те, кто выше и в первой лиге дистанционных гонок, благополучно едут впереди. А так, конечно, у всех свои задумки, у всех свои сюжеты. Это очень все интересно. Захватывающе здорово сейчас королеве этих видов программы, длинных гонок с общим стартом, ну и всех остальных тоже, с исключением чистых спринтов. Тереза Йогау, которая нынче становится экспертом, вживается в эту роль экспертом НРК. Сунбю на Виасате эксперт, Нуртук на ТВ2. То есть они все тут, сборники эти, все побеждающие, собрались теперь в качестве помощников телевизионщиков. Ну, а эти разрывы можно учитывать, можно нет, потому что группа идет вместе. Причем некоторые, например, Карл, опускаются достаточно глубоко по этой группе. Гонщицы с хорошим финишем и Карл, и Фейндрих, и еще много кого тут не совсем в первых рядах. Не предполагая, что найдется какая-нибудь новая Йогау, которая убежит в отрыв. Из-за нее надо мертво держаться. Потому что всегда те, кто претендовал на медаль, старались уехать вместе с нею. Но если чувствовали, что темп ее слишком высок, Венг на зубах держалась на мире какое-то время, и это дало ей определенные запасы, и она развалила группу, и она увезла только самых-самых сильных соперниц за собой. В темном комбинезоне спортсменка слева, с правой по лыжне, соответственно, по правой лыжне, если смотреть из глубины, интересно всем, безусловно, несмотря на то, что Джесс Диггинс предпочитает конек в таких упражнениях. Но при ее нынешней готовности сейчас, и при том, что это групповой формат, поборется и в классике. Более десятка побед Кубки мира. Предыдущая из них одержана 2 дня назад. И она тоже очень непосредственно радовалась. Правда, не до такой степени полуистерично, как это у 4-го номера было у Венг. Но тоже шведки уже достаточно к этому привыкли, как они сами сказали. Но это, видимо, стиль Хейди. Мы здесь ничего изменить не можем. Имеет право, в конце концов. Хотя некоторым кажется, опять-таки, есть очень перенапряженные болельщики, которые ищут постоянно, за что бы зацепиться и по поводу чего поднять дым до небес. И вот они говорят, это она специально выискивает возможность оскорбить шведок, принципиальных соперниц, удесятерить важность этой даже относительно локальной победы, потому что попадание на подиум. Но предыстория. Предыстория, кто смотрит нас не постоянно, предыстория в том, что она упала на роллерах очень сильно и получила сотрясение мозга, после которого ей долгое время вообще не давали ничего делать в принципе, а потом только потихоньку-потихоньку вкатываться. А было это отнюдь не так давно, и она очень недоработала в плане запланированных объемов. И вот видите, с одной стороны парадокс, с другой стороны не очень, потому что много таких историй, когда спортсменки очень-очень по-крамеровски, так сказать, тяжело грузятся и, в принципе, застой. А потом вдруг вынужденный отдых, на фоне этого вынужденного отдыха, по поводу которого они очень переживают, вдруг великолепные результаты, прорыв. Вот этот отрезок, все тренеры очень опасались его, только начал я говорить, как тут же тому и иллюстрация. Падают, правда, только 2. Штадлобер среди них. Штадлобер, который выпутывается из этой ситуации. С палками, с лыжами остается. Не поделили они трассу с Лохман. Лохман, молодая, 23-летняя немка. Спуск плюс связка поворотов плюс действительно очень плотно шли с самого начала. Меня больше всего пугал, честно говоря, после стартовой сразу. Спуск, ну и здесь продолжилось в том же духе. Когда пошла нервозность, то как бы эффект домино. Все равно по группе очень часто. И идя впереди, канадка Буфар
немножко не в своей точке оказалась, влезла не в свою гонку, как говорят в велоспорте иногда в таких случаях. Ну и из этой гонки ее как бы и выдавили. Слава богу, без серьезных последствий. Что касается Логманова, вы видите, что она все равно чувствует себя хорошо, и ей жаль терять. Полезла поэтому практически через сугробы. Ну так, конечно. Слушайте, об этом говорим. Штадлобер отлетела далеко. Все, кому положено, держатся впереди в этой групповой гонке на 20 километров классическим ходом. Лыжней предостаточно до такой степени, что иногда они даже и не все используются на некоторых отрезках, но на некоторых отрезках становится очень тесно и очень нервно. Поэтому, конечно, хотелось бы им подрастянуться, и частично это получается в том числе и таким немножко насильственным способом из-за падений. Пока и, наверное, до самого конца гонка будет довольно нервной. Всем нужно, конечно, учитывать ограничители, помня, что происходило в руки. С другой стороны, это происходило в руки. И, соответственно, здесь такая разметка трассы не применяется. Здесь снегов довольно много. Так кажется, что лес не очень засыпан, но вот некоторые лыжники постили свои тренировки на более открытых пространствах, и я бы сказал, что не только на трассе, но и за ее пределами достаточно хороший снежный покров. Эбба начинает проверять в горку. Почувствовала она, что Карлсон в предыдущей дистанционной гонке немножко не в своей тарелке. Ее немного, конечно, пригрузили ожиданиями и разными восторженными эпитетами, отдаванием заранее и кубка, и всех побед на дистанционную. Ну, то есть, в общем, ее назначили наследницей по прямой. Йога. А у Карлсон полной стабильности нет. Причем не только подготовки лыж, не только чистой физики, но, судя по всему, полного покоя в голове у нее тоже не наблюдается. И Эбба в этом принципиальном дерби внутрикомандном выглядит перспективно. Ну и по предыдущей гонке она все-таки была выше, чем Фрида. Выше она находится и по промежуточному протоколу общего зачета кубка. И, конечно же, опять-таки, не дотянув до подиума совсем чуть-чуть, то шведки то двойную победу одерживают, то не попадают иногда в тройку. И после того, как она не попала, но не попала, проиграв вообще практически ничто, Кирилл Венг, Хейди Венг, естественно, она жаждет сегодня показать себя во всей красе. Ну и в частности для этого опасных конкуренток. Финишерок надо отрезать. Славно вчера поборолась с Эйдука. Один из лучших результатов в карьере был у нее в состязаниях спринтерского формата, где ее, конечно, активно теснили более узкие специализированные гонщики. Ну, сегодня вот она пока не попадает в тридцатку, но в очки сегодня так или иначе заезжают многие. Патриси на данный момент 33-й результат в генеральной классификации. Но здесь группа перед нею, как вы видите, разорвалась, подходя потихоньку к отсечке 7 с небольшим. Расставлена аппаратура, и еще раз напоминаем вам о том, что новый швейцарский хронометрист, но всем хорошо известная, в принципе, Сертина, как в италоязычных кантонах ее называют, как, собственно, изначально правильно. Вопрос хороший и требует выяснения. Ну, то есть, когда рождалась. А лет ей уже, ну, очень много, как и большинству швейцарских марок. Галво, 6-й номер, берет на себя инициативу, берет на себя работу. В конце концов, раз ее так хвалили в Бейто на отборочных соревнованиях, то надо это отрабатывать. Она действительно была королевой внутренних предсезонных, непосредственно предсезонных стартов.
до такой степени, что даже говорили, что в дистанционных видах, по сути дела, именно она становится надеждой номер один. Но вот вы видите, что здесь все-таки некоторые чуть-чуть недопоказывали себя, что ли, несколько недель назад. На Кубке Норвегии, в частности, который проводился с привлечением и зарубежных гонщиков. И по поводу этого полемика в мужских соревнованиях, связанная с марафонцем из Швеции, который задумал взять классический кубок тоже, по крайней мере, ранние этапы. Но, видимо, из-за марафонскости его, что ли, не дали. Практически так. Но это ладно, это тоже конфликтная тема для мужской гонки, которая, может быть, если будет слишком ровно и слишком спокойно, нам пригодится. Здесь же событий много. Отвлекаться не будем. Поправляет датчик шведская гонщица, а то я уж думал, что крепление в контакте. Но нет. Пошли растягиваться к серединке. И это вполне объяснимо. Но вот естественным образом. Две главных шведских надежды смотрятся заметно сильнее всех остальных. Что касается подгруппы спринта, все побеждающие, то они дальше дистанционные виды не будут постоянно жаловать своим вниманием. Ну и кроме того, уже практически заранее отказались от участия в Тур де Ски. То есть, если некоторые говорят, побегу, если буду хорошо себя чувствовать, если это не повлияет на подготовку к чемпионату мира. И таких, которые, да, может быть, но, скорее всего, нет, становится среди элиты все больше и больше. Честно говоря, просто жаль организаторов. Но посмотрим. Все еще может измениться за декабрь. Потому что готовится очень классная супермногодневка. Ну, святое место пусть не бывает, конечно. Все равно нам будет что смотреть. И, опять-таки, проводя параллель между все-таки какими-то родственными видами программы, в особенности с точки зрения Фоссесхольм, наверное, это так. Но вот как в велокроссе пока не было самых-самых больших. Очень ровная была борьба. Сейчас уже первый этап Кубка мира, где подключились и чемпион мира, и многократный чемпион мира Экс. В итоговой развязке участвуют они вдвоем. И там уже только надежды на технические какие-то моменты. Так что и так будет интересно, и сяк будет интересно. Ну а пока связка Эбба и Фрида, которая сработала идеально в предыдущей почти групповой гонке на такой же протяженности, но другим ходом, где они не подпустили никого, собрались сразу вместе, между ними было 6 секунд в руке в формате гонки преследования по системе Гундерсена. Ну и так, они где-то и прокатили, где-то чуть-чуть подпустили пилотон. Гонка была немножечко поэтому как на жгуте, но в итоге все было под контролем у них. И они между собой и разыграли. Фрида всем хорошо известна все-таки, как изначально очень сильный, более резкий, чем Эбба. И там все это тоже было спокойно признано. Сейчас ситуация несколько иная, именно из-за того, что появляются сомнения в состоянии, в хорошем спортивном спокойствии у Карлса. Ну что ж, уже уехала группа. Мне немножко обидно за Ингвис Луста Осберг. Осберг работает сейчас с тем же Микельсплассом. Да и до этого, собственно говоря, когда простаивала 3 года ее, вот не 2 месяца кризисных, как у Хэйди Вэнг, 3 года мучений с осени 2019 года, начала сезона 2019 года, когда ей перестали выдавать сертификат, так называемый, ну, допуск, медицинский допуск. И
Это было вполне оправдано, потому что достаточно сказать, что у нее было два стрессовых перелома стопы из-за потери плотности костной ткани. То есть она всеми этими диетами и нагрузками довела организм до очень изрядного дисбаланса, при том, что функционально ее мотор тянул как надо, но так можно в руины себя превратить. И, конечно, это был трагический период, и из этого периода вытягивали все во главе с закадычной подругой Йохаук. Она с нею тренировалась, но она не выступала. И с Микель с Пласом они сейчас построили следующую стратегию, что до она бежит очень плотно, практически все подряд, но это все равно поддается коррекции до Рождества. А потом надо определяться, но тур де ски, скорее всего, под вопросом. Все-таки, что главная задача, это вернуться на подиумы и на чемпионате мира тоже отобраться в основу и в этой основе взять какую-то медаль. Для начала, после возвращения, она не планирует один только сезон, поскольку ее теперь допустили уже без всяких «но», без всяких «если», то строится многолетняя программа, несмотря на то, что она не юниорка. Ну, выпали 3 года. Она появлялась в прошлом сезоне в самом начале, но потом опять не допуск. Очень надеемся, что к этому возвращения быть не может. Потому что гонщица и харизматичная, и очень сильная, очень универсальная, и она нужна сборной Норвегии, в том числе и для равного соперничества со шведками. Но вот сейчас, во время этого развала, во время этого разрыва, обладательница очень неплохого места по итогам предыдущей разделки не удерживается. Впрочем, по-моему, вернулась. Смотрим. Да подсобрались они на более ровном отрезке. Вот она рядом с Дегенс промелькнула мимо очередной временной отсечки. Но то, что подвисало, конечно, такой звоночек. Но в то же время, может быть, и соберется. Вторая, третья группа уже точно поехали сами по себе. Илар решила немножко полидировать, но не хочет засиживаться в глубине сейчас Эбба Андерсон. И пошла параллельно вне лыжни какое-то время. Не забываем о том, что во всех групповых гонках разыгрываются бонусные спринты, которые приносят дополнительные очки. Это идет не только в дополнительную номинацию, но и в основную тоже. В прошлом году королевой промежуточных финишей стала Керту Нисканен, опередив Мирвол на довольно солидные 1,5 десятка очков. Здесь, в этой гонке, как-то все по инерции немножко разыгрывалось. У мужчин, скорее всего, будет иначе. У мужчин, скорее всего, будет спринт такой с относительно тихого хода. А потом после него кто-то будет пытаться отъезжать. А может быть, и наоборот, все опять опустятся в группу. Но при этом частенько бывает, растягивают и надрывают. Здесь просто валили, добавляли и добавляли. И Эбба Андерсон была на первой позиции, Венг была на второй. Далее была Диггинс. И довольно неожиданно Мандельч. Словенка под номером 55. Словенка, которая в раскладах даже у самих словенцев не очень упоминается в качестве потенциальной надежды. Все взгляды устремлены на Уровц, оставшуюся без своей напарницы, но все же мечтает Весна Фабиан, который возглавляет сейчас лыжное хозяйство Словении, что, может быть, они сумеют привлечь внимание своей звезды спринта, у которой хорошие эфисы, она попадает на чемпионат мира, ей не нужно бегать дополнительно и отбираться. Ну, а там уж они найдут ей применение. Тем более, никто не знает, как на уровне Кубка IBU результаты пошли. На уровне основного Кубка, где она появится со следующего этапа, по всей видимости, кто знает, кто знает. Штатлобер постепенно вернулась в эту группу, но удержаться в хвосте этой группы не так просто. Ее здорово тянут за собой
шведские спортсменки. И в то же время Венг. Венг, который Тирл. Где и посидит, где и поработает. Идет в хорошем ритме. Фрида, по сути дела, уже обозначила, что рассчитывает на свои хорошие скорости несколько позже. Кеннинг все время тоже маячит впереди. Уже несколько подиумов у нее. Прекрасное настроение, прекрасное состояние. Лидер спринтерского рейтинга Рибом тоже держится в голове вполне цепко. 31-й у Эммы стартовый номер. Бергане, молодая, довольно легкая, ну и такая, похожая на ту поросль небольших и очень реактивных таких норвежских гонщиц, не сумела удержаться в голове на этом рельефе и бежит сейчас, получается, так, что и на ничейной территории, где нет у нее напарниц. Так, и как же мы будем вот это понимать? Просто передо мной электронный протокол, и в нем совсем другие очки, в совсем другом порядке. Ладно, подведем итоги после. Так или иначе, все-таки это второстепенная история. На подиуме места не распределяются, согласись с этим. Ну, а Керту, любительница собирать квалификационные очки, валивает и здесь. Иллар тоже очень динамично. На отметке 14.9. Второй и последний. Бонусный спринт за 5 километров до финишной черты. И там уже тоже нужно думать. Ускоряться на эту точку в пригорок или же идти своим темпом, наоборот, пропускать, но стоять за спиной. И после того, как соперницы наработаются, рванут, загонят пульс и так далее, вот тогда из-под них контратаковать. Но пока все просто. Вся эта масса, вся эта первая группа движется очень мощно. Ни у кого нет заметного перевеса. Ускоряться, уходить в отрывы. Можно, конечно, чуть-чуть отъехать, но это зря сожженная энергия. И напрасное закисливание. Никак, никак не может дочка президента Лыжной Федерации Австрии влиться в этот пилотон. Соответственно, не чувствует там аэродинамического эффекта. И не очень, надо сказать, на выкате здорово отрабатывали ее лыжи. Приходится рано включаться. И снова Штадлобер. Вот тут пока наиболее содержательным моментом этой гонки остается выживание Штадлобер в основной группе. В группе фаворитов. Армаковский пытается придумать что-то более интересное. Мы знаем, что после работы, после определенного объема работы, у нее хороший финиш. Лучше даже, чем в чистом спринте иной раз. И вот она пытается это подключить. Расстроены все финки были своим результатом на прошлой гонке. С другой стороны, всем известно, что классика, когда это, считайте, все заново, потому что это их стихия. Илонен и ее подруги по команде здесь. Присутствие трех сильных финок прогнозируемо и хорошо, что они прошли этот отбор в группу сильнейших после того, как пилотон развалился. Нисканен, Пармаковский. Пармаковский 10-й номер, у Нисканен 12-й, у Килланен 24-й. Все они в этой группе, возглавляемые в данный момент Фридой Карлсон, впервые, пожалуй, на достаточно длинном отрезке. Фрида везет этот пилотон фаворитов за собой. Оценивает на этом длинном вираже скоростном, сколько осталось народу в первой группе. Ну и я не знаю, готовится или не готовится к промежутку. Такое ощущение, что ее все-таки это интересует во вторую очередь. В первой голове таким образом 19 человек. Кирту Нисканен подобрала пока устное предупреждение за техническую ошибку или намеренное подключение конькового хода. Где-то она сделала слишком много
коньковых шагов на повороте, скорее всего, вот как вот сейчас. Практически все включали так ноги. Майя для общего развития, главным образом, не для очков даже. Я имею в виду Данквист, которая вчера, правда, все равно чуть-чуть медленнее была, чем Рибом. Двукратной победительницы этапов своей подруги по команде. Прекрасно понимая, что вот в этом формате, когда взялись и уперлись и до конца, даже она сильно прибавит. В дистанционке, тем не менее, не претендует на призовые места. В особенности, когда гонка с самого начала идет не закрыто. Это не в интересах спринтеров, двух специалистов спринта из команды Швеции, которые явно не интересны норвежкам, и норвежки пытались их, активно подключая Калво, нейтрализовать, изолировать, отбросить. Ну и получилось. Эта задача у них выполнена. Дегенс ближе к хвосту, что в классике бывает часто и иногда не говорит о том, что при ближайшей протяжке в гору ее вышибут, но Штадлобер, конечно, ее борьба за жизнь впереди. Очень драматичный момент этой гонки, начиная с того сбоя, но вот она точно в острой развязке не поучаствует, а американка может подтянуться где-нибудь. Но этому активно мешает сейчас Фрида Карлсон, королева юниорских гонок. Юниорские чемпионаты полностью под ее диктовку проходили. Что же касается взрослого возраста, то там по-прежнему солидный недобор в том, к чему она стремилась. Личной золотой медали на взрослых чемпионатах у нее пока нет. Хотя она абсолютный универсал. Но вы помните, что не гладкая совершенно дорожка, если брать участниц вот этой первой группы, ни у нее, ни у Венг. Да вообще, вот в принципе, вот много раз мы возвращались к судьбе вот этой возрастной группы в составе сборной Швеции. Сван после 600 дней с лишним отсутствия где-то вот скоро должна появиться. Гениально одаренная амонимическая однофамилица Гунде Свана, которая пишется тоже иначе, но произносится похоже. А троечка-то после протяжки Фриды отделилась. Хеник знает, за кем ехать. И отбирается в эту тройку с двумя очень сильными шведками, которые не знали себе равных на предыдущей двадцатке. Несколько иного формата. Потому что она почти превратилась в групповую гонку, но из-за тактики. Потому что собирались даже те, которые были на старте друг между дружкой. Там 20 с лишним секунд разделяло их, и тем не менее. Сумели в длинной горе дотерпеть и отбросить, в частности, всех норвежек, которые и Оби Венг, и Калво. Не знаю, имеет ли аргументы для того, чтобы включиться и подтянуться снова. Стараются не отпускать. Надеясь на то, что, может быть, только на бонификацию сбегают эти три, а потом успокоятся. Но смотрим. На сей раз и Карлсон все-таки очень активно борется за бонификационные очки. Но их стараются держать недалеко, то есть не борясь особо за очки, их стараются не отпустить, чтобы не получился из-за этого отрыв. И тоже я не поручусь за достоверность того, что было сейчас на экране. Поэтому смотрим гонку в целом. Под главную развязку. Сейчас уже остается всего 5 километров. Вот здесь все и решится.
Тут вообще, в принципе-то, желательно все-таки смотреть сейчас на картинку, а не на электронный протокол, в котором какие-то странные вещи происходят. То есть появляются иной раз даже те гонщицы, которых вообще в этой группе нет. Скажем так, Сонесен, представительница Штатов, написана на первой строчке на отметке 14.9, несмотря на то, что она уже давно позади и проигрывает 7.56. Может быть, сработала аппаратура, когда она там полукруговой была. Ладно, все это отбросим. Сейчас самое интересное — это контратака Хейди Венг. Вице-чемпионка мира в аналогичном практически, но все-таки на треть более длинном формате атаковала. Андерсон подхватила, понеслись все. Но здесь уже надо дотерпливать, потому что остается трешка с небольшим. Здесь уже надо доезжать, обидно выпасть из этой группы. Хорошо по-прежнему и даже очень смотрится Рида Карлсон. Пока даже внушительнее, чем обладательница красной майки, но это в том числе тоже и тактика. Эсберг вспомнила былое, вспомнила свои ураганные финиши. Она была, вы помните, в спринтерской команде, в спринтерской группе. И работала как Марк Бьорген, даже иной раз применяла ее тактику. Вместе с Фалле они были два лидера мирового спринта. Выходя на стадион снова, Фрида Карлсон включает мощнейший дабл, уже теперь с отрывом пяток. Но обратите внимание, что все-таки тоже не становясь на цыпочки, это сейчас не трендово. До такой степени, по крайней мере, когда это не марафон, а более короткая гонка. Она так мощнее подключается. Ну и в принципе, конечно, атлетическая подготовка, при том, что Фрида никогда не станет совсем уж такой мускулистой в силу своей природы. Это как вот эскистад. Эскистад, кстати, по-моему, нет в этой гонке. Но она, в принципе, она специалист спринтера. Она представительница спринтерской группы. И не только организационно, но на самом деле. Тоже вот период кошмара, очень длинный период после прорыва сезона 18-19 года и блестящих юниорских выступлений. Одна из самых, если не самая высокорослая из элитных лыжниц на сегодняшний день. Тоже и болезни, и как у Хаги, вот этот феномен, что слишком рано прорвалась. Кстати, насчет болезни Хаги, тоже скоро она должна после ковидно включаться, но у нее не все так легко, как у Скара, поэтому пока отсутствует. Очень сильная дистанционщица, очень хорошо подготовленная функционально перед первыми стартами. И обидно было сборной Норвегии. Во-первых, и тревожно в целом, потому что такая мини-эпидемия вспыхнула, 3 человека выпало, как мы сообщали. Ну, а во-вторых, просто самоценная гонщица под эти виды программы. Ей очень горько, конечно, что ковид вмешался. У Фриды 25 очков, и она теперь лидер по бонусам. Да еще и убегает, и убегает. Но тут даже некоторые эксперты, шведские в том числе, позволили провести параллель. Сказали, что она теперь выглядит изначально в дистанционных гонках практически настолько же внушительно, как и та, которая ее очень-очень уважала, Тереза Йохок. Боятся перехвалить ее, с другой стороны, тренеры и поклонники, они как-то вот достаточно ежисто почему-то реагируют на вот такие вот лестные замечания. Думал, и тогда, когда выступала Йохаук, с нею можно было побороться, но и теперь она тоже Карлсон, а не Йохаук, у нее своя история и свои сильные и слабые стороны. Пока же отъезда в стиле Йохаук, чтобы убежала и все остальные сразу опустили руки, такого нет. Пытается сопротивляться и блестяще готовая в начале этого сезона, по сути дела, подопечная ее же тренера Фриды Карлсон, ближайшая, кто за ней увязался. Все более и более уверенно чувствует себя Катарина Хеннинг. Гигантский прорыв в ее карьере. Вот здесь очень крутой участок. Для всех трудный. И обратите внимание, что немка одна из очень немногих, которые не выходят на елочку и остаются в лыжне. Отлично задавливая колодку, прекрасно на держании работают лыжи. Но и остались силы для того, чтобы как следует задавливать эту колодку.
Хеннинг поравнялась с Карлсон, не отпустила ее. И немножко натужно, но тоже не сдаваясь, Андерсон подтягивается третий. Многоопытная японка Ишида, достаточно узкий специалист классики, пытается бороться за призовое место, которое ей никто не прочил с самого начала. Уиггинс, несмотря на подбадривающие вопли с обочины трассы, это было слышно. Come on, Джесси! Слышно было там и сям, но это ее хоть и выдушевило, но не спасло. Она в борьбе за призовые места сейчас не участвует, и специфика гонки тому виной главным образом. На отметке 17,6 лидерская тройка Карлсон, Хеннинг и Андерсон. Исида тоже на пустоте, и Хэйди Венг пытается все-таки дотянуться вместе с Калво, вместе с Тирл Венг, вместе с финками Нисканен и Пармаковски и Ингл Эсберг. Но пока идет борьба за деревянную ложку, как говорят на севере, не деревянная медаль, а деревянная ложка вручается за четвертое место. И все-таки Хэйди продолжает, конечно, удивлять, учитывая, как она не доработала опасный участок, на котором Калво оказывается на внутреннем радиусе, пытаясь переместиться, но не уронили ее, к счастью, так же, как и Эсберг. Траекторию для обгона они выбрали, прямо скажем, не самую комфортную. И обратите внимание, как все быстро меняется. Возможно, у Хеннинг был сбой. Да, у нее был сбой, потому что она меняла палки. И, по-моему, бежит сейчас не со своими. Да, по крайней мере, одна из них не ее. По длине схватывает она уже своей длины у тренера палку. Без темляка, зажав кулаком. Тут как в гору. Не получится же. Но эта заминка прямого отношения к тому, что с немкой происходит, не имеет. А вот здесь в гору контратакой она оттаптывает палку сама себе. Начало этой острой шведской атаки она не поймала, занервничала и наступила на собственную палку, у которой огромная жесткость и торсионная устойчивость очень маленькая у этого звенящего жесткого материала. Самое главное дело даже не в жесткости карбона, а в том, что они сверхлегкие и очень-очень тонкие стенки. Хоть когда-нибудь ломал современные палки и видел их трубку на просвет, все прекрасно понимают, что это такая практически папиросная бумага. Две шведки уехали. Такое ощущение, что была эта задумка изначально, она в то же время воплощалась не совсем четко, может быть, по согласии с автобусным совещанием, если можно так сказать, хотя здесь такое не проводится. То есть они планировали атаковать, так сказать, дуплетом. Но Фрида пыталась уехать в одиночку, почувствовав себя хорошо после промежуточного финиша. И акцентировавшись не на нем, а как раз вот на этой последующей атаке, отъехала. Но, опять-таки, ее покорно не отпустили, как это всякий раз происходило с Йохаг. Две гонщицы ответили на это. Причем первые это сделала Хеннинг, все более и более уверенная в себе. Потом догребла Андерсон, но такое ощущение, что Андерсон все время все-таки оставляет что-то на финиш. И реагирует не слишком остро, понимая, что все равно вернется, веря в то, что она вернется, зная, как облупленную, разумеется, по спаррингам Фриду Карлсон. И более своим ходом выгребая, не загоняя себя в красную зону, не загоняя себя там в 220 ударов пульса, не закисливая, для того, чтобы была какая-то резкость на финишную развязку. Но сейчас они, крайне уважая друг дружку, начали отказываться друг дружку возить, и в этом был шанс преследовательниц. И поэтому браво Венг, браво Пармаковски, что они надеялись вернуться, они и вернулись. Сколько уже острых атак на последнем круге не закончились решающим отъездом, теми самыми отъездами, когда все покорно склоняют голову и начинают бороться за более далекие места. Сейчас опять все перезагрузилось, и опять идет борьба за места на пьедестале почета. После того, как шведки
Ну, нельзя сказать, что они совсем бросили, оглядываясь друг на дружку, но они все-таки не доработали до конца на этом пределе. И в этом была надежда всех преследовательниц. И вот после этой атаки в гору, которая тоже забрала довольно много сил, за это может придется расплачиваться. Возвращается лидер общего зачета Кубка мира Кирилл Вен, которая составляла им компанию и очень стабильно выступает, хотя ее первая победа еще впереди. Ее двоюродная сестренка опять вот при этой резкой развязке уже на равнине откатывается. Она не настолько мощная, не настолько взрывная. Ее стихия – это горы. В горах она отыгралась, но на спринтерском отрезке выпадает Хейди. Но борется за призовое место Тирилл. Тирилл – специалист спринта. Тирилл, которая на классическом спринте была в тройке на прошлой неделе. И все карты в руки, но пока она по-прежнему следует за Фридой, скрываясь от потока воздуха. По скользкой лыжне так остается второй. Фрида Карлсон выигрывает. Вторая лидер общего зачета Кубка мира Венг. И Андерсон замыкает тройку сильнейших. Все гораздо интереснее получилось у финской сборной. Но, к сожалению, места разбирают они только на подступах к подиуму. И, однако, это, безусловно, шаг в верном направлении. Сегодня эксперты Юле, Лассила и Роппонен. Это неразделенная фамилия известной лыжницы-ветерана, которая по-прежнему бегает. Это ее брат и ее супруг, которые сейчас экспертами. Они будут довольны. Ну и тут же анализ, обратите внимание, что две, по сути дела, подруги по тренерской группе подготовки сразу же начали обсуждать, что произошло. И Хеннинг рассказала, что произошло, что она сломала палку. Но без сломанной палки даже она настолько там забарахталась на этом крутом участке, что все равно вылетала. Может быть, хватило лишку, пытаясь держаться за Фридой. Вот поэтому в развязке ей это стоило довольно дорого. Финиширует Катарина 7-й, а мы уже как-то начинаем привыкать постепенно к ее постоянному присутствию на пьедестале почета. Для Дальквист она как держалась всю гонку 20-й, так и 20-й заехала. Для Дальквист, для спринтера это очень-очень даже приличный итог. Эйдука снова подтянулась, выпадая из 30-ки, в нее вернулась и заняла внушительное 25-е или 26-е место. Лидер балтийских лыж, не только латвийских, на данный момент. 25-е. Ну а так, да, вариантов внутри гонки миллион. И это здорово, что до самого конца сохраняется напряжение. Но в развязке все равно все те же, про которых говорили. То есть Карлсон и Андерсон в первую очередь. Эсберг слегка ошарашенная таким сценарием, где было столько контактной борьбы. И то она совсем уже рядом, то она почти призер, то она вдруг позади в этом броуновском движении, в этом эффекте стиральной машинки своеобразном. В итоге Эсберг опять занимает свое, в кавычках, любимое 11-е место, рядом с десяткой сильнейших. Но понятен потенциал, понятно, что она на подходе. Понятно, что им нужны гонки, которых было совсем мало за эти прошедшие 3 года. И именно обретая гоночный ритм, она будет уже там чувствовать ситуацию больше. Вернутся к ней инстинкты. Будет точнее, острее реагировать. Но она довольна. Она рада участвовать. Она с удовольствием общается со шведками. Ну, традиционно вы помните, что еще на Альпе-де-Сьюзи рядом тренировались Калла в первую очередь и звезды сборной Норвегии, активно обмениваясь разнообразными ноу-хау, проводя спарринги. Очень была всегда дружная подготовка. Сейчас же таких больших сборов на Среднегорье с проживанием коллективных
нет у сборной Норвегии после Олимпиады 2018 года, и по этому поводу негодует Нуртук. Но об этом во время мужской гонки. То есть, да, Клебо уезжает, но Клебо как бы сам по себе проводит длинные сборы на высоких точках. И то это в другой Италии, это в Ливиньо. Уж больно ему в Ливиньо именно нравится. Многим сильным спринтерам не удалось показать себя как спринтерам из-за того, что слишком рано произошел отбор в группе. Активные хорошие тренировки и посттренировочная программа были у сборной Соединенных Штатов, которую вы видели только что на экране во главе с непровалившейся Диггинс. Девятое место в такой гонке, когда казалось, что она вообще улетает навсегда на какие-то там 15-20 места, но в итоге сумела войти в десятку и подтянуться практически уже до такой степени, что даже можно было поучаствовать в спринтерской развязке, но спринт-классикой по итогам такой гонки немножко не ее территория, в особенности на данный момент. Но опять-таки сдаваться в гору классическим ходом она сейчас уже не была намерена. Ну а тогда неделя получилась насыщенной всякими событиями, и не лыжными в том числе, по приезде в Норвегию. Так что они всем довольны, они проживают эту неделю по-настоящему, не упуская ничего, в том числе и победы. Джесси Диггинс. Соперничество есть. И Карлсон не непобедима отнюдь. И ее не боятся. С нею соперничают. Ну и вот вы видите, что подруги по мини-команде интернациональной, которая с согласия немецкой федерации, нанявшей тренера Фриды в качестве главного. Тор Нильсен работает с ними с двумя. Трудная, стрессовая была гонка. И я понимала, что в этой ситуации надо что-то пробовать, надо брать на себя инициативу. И в результате, после этих ускорений, я очень устала под макушку. Но план был выдать очень сильный рывок, по-настоящему сильный, найти где-то, полностью выложиться. Специфика трассы такова. И да, на последних метрах дистанции я уже тут не занималась спринтерскими играми, я видела только финишную черту и последние 50 метров. Полностью сконцентрировались на себе, на том, чтобы заставить себя работать на максимуме. Видите, таких мини-кризисов пришлось перетерпеть несколько. И на преодолении она выигрывает эту гонку с запасом всего в 0,6 секунды перед Кирилл Венг, которая всем известна прекрасно как специалист-спринтер и была очень непростой соперницей. Но вы видите, что практически Карлсон Венг даже и не видела, она ее толком даже и не видела, собственно, потому что Кирилл Венг сидела за нею на пятках и выходить из этого слепстрима не собиралась. Андерсон в боковых пределах. В периферийном зрении тоже не появлялась. Ну, а так, с набором очков все неплохо даже у тех, которые в пятом десятке. Они начисляются вплоть до 50-го финишного номера. А всего на старте было 59 участниц. Это, может,
Ну вот нам редакция сообщила, что не уверена в том, что мы увидим церемонию награждения, потому что у нас остается в эфире перед паузой, перед мужской гонкой. Примерно только 2 минуты, и вряд ли успеют организоваться. Попозируют для фотографов, да, но официальная церемония награждения, скорее всего, останется за кадром и для новостей. Ну, может быть, опять же, какая-то будет добивка во время мужской гонки, поэтому вы увидите. Но так или иначе, здесь никто не будет протестовывать никакие результаты. Все, что вы видите на экране, все так и останется. Интересная, ровная борьба. Действительно, венцом программы стала сегодняшняя двадцатка. Ну, а публика решила немножко побродить, отдохнуть, прежде чем они увидят Клэба и всех его товарищей по команде, которым заранее отдают весь пьедестал почета. И не только по инерции, но и по игре, как говорится.